Школьники Кронштадта сдают нормативы ГТО на городском стадионе. За этот год тестирование пройдут более 500 человек. Около 400 школьников Кронштадта сдали нормативы ГТО в прошлом году. В этом свои силы попробуют еще больше учащихся. Первый этап сдают школьники с 3 по 5 ступень. Это дети с 11 до 17 лет. В парке у них принимают сразу несколько обязательных зачетов. Метание мяча и гранаты по выбору и бег. Дистанции. Сегодня у нас бег короткие дистанции. Для 4 ступени это бег короткие дистанции 60 метров. А для 5 ступени, 6 ступени короткие дистанции это 100 метров. И длинная дистанция – это 2 километра. Дети выбирают или 3 километра. То есть 2 километра – это на время, а 3 километра, если дети выберут, то это без учета времени. То есть им надо сдать все. Это входит в обязательные нормативы, чтобы они сдали на золото. Такие же дни сдачи нормативов намечены на 3, 10 и 12 октября. Кроме того, с начала 2017 года получить свой знак отличия смогут и взрослые.